Какие профессии в Поволжье скоро исчезнут? Смогут ли чат-боты и роботы заменить сотрудников отдела кадров? И как оставаться компанией-лидером в стремительно изменяющемся мире? На эти и другие вопросы ответили на HR-саммите Поволжье 2018 от компании HeadHunter, площадкой проведения которого стал гостинично-развлекательный комплекс «Ривьера». Мероприятие началось с пресс-конференции на тему профессии будущего Поволжья. Мой посыл для студентов и молодых специалистов заключается в том, чтобы они выбирали все-таки по призванию и по способностям, потому что ближе к душе и что нравится, и увлекаясь этой профессией, собственно, трансформировались вместе с ней, и тогда ничего уже не боялись бы. Директор управления по работе с персоналом самарского отделения Сбербанка Наталья Ильина отметила три качества тех работников, за которых на рынке труда будет борьба между работодателями. Должен обладать, во-первых, креативностью мышления, способностью к инновационной деятельности. Во-вторых, он должен обладать системным мышлением. И третьим, однозначно у него должно быть мастерство исполнения. Лишь 0,4% на рынке труда от всего персонала кандидатов могут соответствовать этим качествам. Уже в третий раз саммит собирает HR-экспертов и руководителей компании со всего Поволжья. Мероприятие проходит под девизом «Изменения неизбежны», ведь рынок труда развивается очень динамично. Мы организовываем этот HR-саммит, чтобы подготовить HR-специалистов к этим изменениям. Отсюда и тема. Это диджитал-инструменты в подборе, в управлении персоналом, в процессах. Это управление самими изменениями и формирование команды. Здесь обсуждались актуальные тренды развития рынка труда в Поволжском регионе, говорили о том, какие сайты являются лидерами по подбору персонала и как найти ценных сотрудников. Необходимо заниматься обучением и развитием своих навыков, адаптироваться к новым тенденциям рынка. В ходе проведенного исследования компания HeadHunter определила список перспективных профессий будущего. В него попали такие специальности, как биоинженер, специалист по робототехнике, архитектор виртуальной реальности, нейропсихолог и другое. Но помимо технических навыков, необходимо уметь общаться с людьми, вести переговоры, быть креативным и любознательным. В течение всего дня своим опытом и мыслями с участниками саммита делились лучшие HR-эксперты. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.